Да уж, это вам не Швейцария. Типичное лукоморье. Красота. Начальство до 10 не будет. А может быть и позже. Так что гуляй отсюда, парень. Дружище, ты не понял. Документы мои видишь? Ну? Что написано, видишь? Ну? Лавриков Федор Федорович. Ну? Я акционер, понимаешь? Да что ты мне заладил? Акционер, не акционер? Вали отсюда и все дела. Ты понимаешь, что я на четверть хозяин этого завода? На четверть? Хозяев не бывает. Бывает только один хозяин, а не четвертушка. Так что проваливай отсюда, пока не поздно. Уйдешь ты или ребят позвать? Они без церемоний. Thank you.
где-то в городе среди домов. Лохи позорные пасут волков, а небо чистое. Паша, поди-ка сюда. Да? Как нога? Нормально, уже бегаю. Фортуну видишь? На ней Николай Анисимович плывет. Давай, встреть нашего капитана-губернатора. Товар ему отпустишь, сколько поместится. Оформлять ничего не надо. Он за прошлую партию еще не отчитался. Не твое дело, Паш. Сам разберусь. Это ж тебе не рядовой курьер. Какой-никакой, а глава администрации. Пусть кушает. Я понял. Давай. Все, достаточно. Видишь, чего написано? Бюджет района. Нормально. То, что снизу, сопоставимо с тем, что сверху. Во-во, только снизу реальность, а сверху фуфло. Мне бы с хозяином переговорить, Павел. Идемте. Собак, наверное, кормит. Любимое у нее занятие прикармливать. Жри, моя хорошая, жри. И тебе. Гуляйте и жрите. Наслаждайтесь, наслаждайтесь. Да. Но, жри. Хороший, и тебе. Затоварился, Коля? Сполна. Аккуратней только. Знаете, таких, как я, в прошлом называли крепкий хозяйственник. А крепкие хозяйственники – народ предусмотрительный. Будьте спокойны. Чего еще? Ничего особого. Так, на всякий случай. Говори. А случай или не случай, сам разберусь.
Я уже к вам плыл, на вашей фортуне. А тут с консервного звякнули. Пацан какой-то московский прорваться хотел. Мол, акционер на четверть и все такое. Из империи. Никаких гостей не должно было быть. Ни из империи, ни из прочих царств-королевств. Фамилию Вохра узнала? Лавриков Федоров. Ничего себе, пацана нашли. Федор Павлович? Федор Федорович, точно. Понял. Младший выходит. Знаю я его папашу. Большим человеком в законе был. Этого только не доставало. Столичных пап-законников на мою бренную голову. Испугался? Не надо. Папа его прошлый век. История. Но явится к тебе какой-нибудь отпрыск Плеханова или внучатый племянник Ваньки Каина. Кипятком, что ли, от страха писать? Пацан, это ерунда. А вот тенденция мне не нравится. Век сюда никакие акционеры не совались. И вдруг, без предупреждения. Это ваши проблемы, Григорий Матвеевич. А мне еще в области сегодня же вернуться. Пойдем, провожу. Давай. Это и твои проблемы, Николай Анисимович. Завод наш вроде крепости. Вокруг него все крутится. На нем все стоит. И если старший Лавриков, прикрываясь акциями, глаз на крепость положил, не дай бог, плохо. Упреждать придется. Рубеж загодя укрепить. Гриш, я не стратег. Я человек конкретный и сиюминутный. Ты мне проще скажи, чего с пацаном делать? Пусть гонят в три шеи. Пусть разозлится пацан. И кто там за ним? И папа тоже пусть. Люди в гневе ошибаются чаще. Понятнее они в гневе. Коленом под задницу, словом, Лаврику Федор Федоровичу. Чтоб дорогу сюда забыл. Давай. Аккуратней. Вот это совсем нехорошо. А в городе-то воруют. Значит, город жив. Добрый день. Здрасте. Вы случайно не видели? Тут любители колеса воровать не проходили? Это в каком смысле колеса? Ну, в прямом. С машины у меня сейчас сняли, задние левые. Ладно, весь комплект брали, а то как-то ни туда, ни сюда.
Это справки наводить надо. Меня зовут Федором. Кирилл. Но привычнее, Федечка. Кирилл, я был бы вам очень признателен, если пропажу удастся обнаружить. А вы на этой барже живете, да? Не совсем. Это моя дача. Классная дача. До города, небось, отсюда минут 30 пешком топать. Ну почему же? Можно и не пешком. Там дорога начинается, на ней остановка. Автобусы ходят. Спасибо. Да, и насчет колеса, если получится. Хорошо? Гарантии не даю. Я через часик-другой вернусь. Кирилл! Кирилл, там тебя отец ждет. Ой. А это у тебя кто? Турист. Отцу передай, Лер. Я с ним на халтур не поеду. И парня до остановки проводи. Слушай, твоя машина там разутая стоит? Моя. Приличная тачка. Была. Стала неприличной. Лер, хорош человеку голову морочить по своему обыкновению. Кому ему? Очень надо. Ну, я надеюсь. Все надеются. Родственник? Шизофреник. Ну, одно другому не мешает. Брат. Хоть и старший, а как младенец. А ты что, шибко любопытный? Да нет, просто обычный светский трёп. И откуда ж ты такой светский рыжий? Из Москвы, что ли? Ну, не рыжий, во-первых, а золотой. Никогда бы не подумала. Да, из Москвы. Надолго к нам? Ну, по идее, до сегодняшнего вечера, если колесо поставить успею. А, ну тогда я на тебя свое обаяние тратить не буду. Могла бы и потратить немножко, невелик труд. Значит так, вон там в конце дороги остановка. На этом наши пути расходятся. Чао, золотой. Может, еще увидимся. Ты телеграмму пришли? Я за неделю готовиться начну. Гуляй, акционер. Спартак, блин, деревня. Развели тут Форт Нокс. Да нафиг он мне сдался. Юрий Сергеевич, я по правильному телефону звоню, но который не прослушивается. А то у меня десяток твоих губернаторских номеров. Есть 2 минуты. Гриша, накрыто. Да ничего пока не случилось. Когда случается, звонить уже поздно. Поэтому я заранее люблю. Придется тебе в Москве побеспокоить, кого надо. Да нет, никакой чрезвычайщины нет. Все в русле. Ходит там такой депутат из бывших крестничков, Лавриков Федор. И так уж вышло, что в его семье или рядом бумажки на наше производство имеются. А у меня, представь, сразу подозрение возникло, что он надумал все под себя на старость лет сгрести. Но пути бумажек неисповедимы, да и не в них дело. Пусть людишки покопаются в белье,
найдут чего-нибудь не совсем чисто и как-нибудь этот обломок империи нейтрализуют. Отнекиваться не советую. Ну, ты ж сам с того торта крем слизываешь. Тебе переизбираться скоро, не забыл? Поленишься, другой кандидат найдется, более голодный. Но это я пока шучу, не бойся. Не забудешь, кого достать требуется? Ну и хорошо. Да в рамках закона, конечно, само собой. Не затягивай. Ибо береженого Бог бережет. Гриш, интриговать перед обедом вредно. Что же делать, если приходится? Ну, иначе как-то. Иного нам не дано, Катя. Рябиновая? Рябиновая. Люблю рябиновую грешным делом. По грехам и воздается. Не надо богомоли, родная. Лавр. Тьфу, и не будет. Экспонат. А, Серег? Здорово. Куда? В Рязань ставь штампы. А то продукт левый, вот что-то как при Советском Союзе. Угу. Ну, пойдем. Поставлю. Слушай, у меня там чиферок свеженький. Пойдем. Давай. Левый продукт, правый продукт. Спасибо, Алексеич. Счастливого пути. И прикрутите его на место, как было. Прикрутим, прикрутим. Мы же не знали, что это к тебе в гости. Не знали. Куда бы вообще его дели, а? Толкнули бы. Куда бы его толкнули-то? Здесь машин-то таких нет ни у кого. Паш, в следующий раз давай лучше корову угоним. Корову-таджики, которые на стройке, сходу купят. Что дерешься-то? Что дерешься? Тебе бабка Настя одно место так открутит и так угонит. Не найдешь концов вообще. Как вы вообще его сюда затащили-то, а? Кирилл, мы им говорили. Мы их предупреждали. Чего вы говорили, чего предупреждали? Старшие, следить надо за мелкими. Кирилл, ты не волнуйся, мы все сделаем. Да-да, не волнуйся. Смотрите у меня. С размахом ребята трудятся. Ой. Завод «Кристалл». Ну, это, конечно, поскромнее, но тоже ничего. Вот этому нас не учили. Шеф, ты бы хоть притормозил. Спасибо, друг. Цел.
Даже с выпивкой. И впрямь заколдованное царство. Кирилл! Кирилл, ты где? Ну, завершил свои дела? Нет еще. Вот возьми за колесо. Спрячь, парень. Оно того не стоит. Здесь все становится известно на раз, два, три. Ну, тогда, может быть, вот так? Местный коньячок, что ли? Ну да. Но за качество не отвечаю. Знатоки говорят, качество отменное, а я не пью. Ну, тогда просто спасибо. Да, еще. Если мне вдруг понадобится ваша помощь, где мне вас найти? Давай-ка на ты. Хорошо, давай. Поможешь? Смотря в чем. Да я пока сам не знаю, в чем. Ты где искать? Или здесь, или там, куда Лерка свернула. Крайний барак. С этим дела связаны, да? Отчасти. Тогда не советую возвращаться. Почему? Целее будешь, Федечка. Спасибо за рекомендацию. Я поехал. Счастливо. Сестра у тебя интересная. Угу. Для психиатров. Может быть. Чем она занимается? Чем-чем. Сходит с ума потихонечку, как и другие. Разве не видно? Ну вот. А ты говоришь, незачем возвращаться. Самый настоящий тупик. Ну какой же это тупик? Мы движемся со скоростью 5 километров в час. Крейсерская скорость. А я утверждаю, тупик. Тупик цивилизации. Зачем какие-то природные катаклизмы? Когда вот он, рукотворный апокалипсис. Скажи спасибо, снега нет. Ну, летний снег не за горами. Вот раньше, да? Выйдешь из Арабии, все мчится. Махнешь рукой. 10 копеек километр, 30 копеек на чай водителю. И точно знаешь, где и когда будешь. Федь, ну сколько можно употреблять? Раньше, раньше. Пока не вымрет три поколения. Пятидесятники, шестидесятники и семидесятники. Динозавры совковые. А вот с следующим счастливцем сравнивать-то не с чем будет. Вот пусть и думают, что вот так вот и надо. А зачем тебе тогда курсы вождения? Чтоб смыться отсюда вовремя. Слушай, а давай сейчас в переулок, направо и назад. Пробка, правда, нечеловеческая, а? Видно, не судьба. Федь, давай смоемся, а? Нет. Транспортная пробка к судьбе никакого отношения не имеет. Едем, едем. Ну, вон же, 3 метра впереди свободных. Давай, давай, то сейчас подрежу. Оля, выходи, пойдем. Я даже с Ваней не успела посоветоваться. Неудобно, люди смотрят.
Ты потом с вами посовещаешься. Пойдем. Слушай, если это все проанализировать... Я тебя умоляю, не надо анализировать, а? Ну, посмотри кругом. Все так красиво. Ага, особенно этот венок. Ну, хорошо, венок уберем. У нас будет другого цвета. Пойдем. Ну, чуть-чуть. Пойдем. Федь, нам не по 17 лет. Может, пойдем отсюда, а? Поздно, Оля. Людмила Васильевна, спасибо большое. Поздравляю, деточка. Приходите к нам почаще. Давай, пока не поздно. Я тебе такой же куплю, только лучше. Пока не поздно. Отменим все формальности. Не, все решили, зачем? Все решили, делаем. Все, все. Хочу, чтобы все по закону было. И венчаться будем по закону. Скажите, сколько может читать? Это же не война и мир, а паспорт. Сколько надо, столько и буду читать. А если кто-то торопится, может прийти в другой раз. В другой раз не доедем. Нет. Мы сидим, ждем, мы никуда не торопимся. Мы никуда не торопимся. Спокойно, безропотно ждем. Вот я смотрю на год вашего рождения и сомневаюсь. В чем? Действительно ли я родился? Да, я родился. Вот я, можете сверить с фотокарточкой. Но за такой немалый срок в паспорте нет ни одного зарегистрированного брака, ни одного развода. И что? Странно это. Ну, мне ведь, как бы сказать, нельзя было. Ну, не полагалось. Что значит «не полагалось»? Брачных уз. Не полагалось. И потом, кому какое дело, что полагалось, что не полагалось? Был не женат, теперь хочу быть женатым. Какие еще вопросы? Ваша обязанность сказать, где, когда и почем. Мужчина, ну не надо истерик. Федор. А чего она? На вашем месте, девушка, я бы была осторожнее с такими несдержанными проявлениями характера. Я бы на вашем месте еще раз подумала. Тем более, что времени подумать у вас будет предостаточно. Не о чем думать, мы все решили. Всегда есть о чем подумать. Нас близкие ждут, стол накрыт. Вот и вы подождете. Так. Я сейчас ее убью. 26-го в 15:00. Устраивает? Этого месяца. Ну что вы, этот забит под горлышко. 26-го следующего, разумеется. Нет, меня это не устраивает. До 26-го следующего целая вечность. Я могу умереть естественной смертью. Раньше невозможно. И это при условии, если вы закажете видеосъемку. Чего? Видеосъемку акта гражданского состояния. Зачем? На добрую память. Нет, так не пойдет. Оля, ты видишь, да? По-моему, женщину сегодня бросил муж, и вот она оттягивается на мне по полной программе. Мужчина, ну... Федор, поехали в другой ЗАГС. Я не кузнечик, чтобы прыгать по ЗАГСам. Мужчина! Так, стоп! Успокоились. Начинаем все сначала. Я где-то читал или слышал, что время записи категория относительная. В смысле? Смысла никакого. Тем не менее, время напрямую зависит от величины суммы. Правильно? Я не сильна в теории относительности. Готов вам ее напомнить, не отходя от кассы. Все ведь элементарно, так? Знаете что? Я посмотрю еще раз. Может быть, какое окошечко отыщется. В этом месяце. Разумеется, в этом. И без видеосъемки. Разумеется, без. Вот что значит Эйнштейн. М? О! Есть. Ну, видишь, как все просто. И совсем не страшно. А? Оля, Оль, дай порулить, а? Ой, ну чего, пробки рассосались уже, движение спокойное. Дай тебе жениться, дай тебе порулить. Ты на взводе. Почему же я на взводе? Что ты такое говоришь? Оль, ну где? Посмотри. Ну, почему? Я...
Я абсолютно спокоен. Все, самое плохое осталось позади. Оля, ну дай порулить, ну. Оль, я тебе сказал, все плохое осталось позади. Знать бы, что еще впереди. Что впереди? Беспечное счастье. Слабо представляю себе, что это такое. Наверное, путешествия, яхты, номера в роскошных отелях, Чунга-Чанга, синий небосвод и прочая красота. Повеситься можно от тоски на третий день. Я тебя просто буквально не вижу. Это как? Глазами не вижу. Не ощущаю рядом. Вот это действительно беспечно. То государственные обязанности, то новая игрушка, квартира. Не ревнуй, а? Ну, надо же устроить гнездо. Сейчас приедем, в квартире уже мебель должна стоять. Ты сам покупал мебель? Ага. Заехал в здоровенный шведский магазин. А там выставлены готовые образцы. Ну, спальни, гостиные, кухни, кабинеты. И ценник висит. Итого. И ты знаешь, совсем недорогой итого. Вот я и взял один образец. Очень удобно. Магазин обещал завести и поставить. Без хлопот, без поисков. Часа полтора ушло на все. Представляю себе. Не понимаю твоей иронии. Вот здесь притормози. Я шампанского куплю и водки мои любимые. Шампанское по какому поводу? Ну как, разве повода нет? Мы же заявление подали. Со скандалом и крупной взяткой. Тем не менее, этот этап пройден. А вот Санчо, он ведь ни за что шампанского не купит. Я его заранее предупредил, но не купит, нет. Санчо человек обязательный. Жмот он обязательный, к великому прискорбию. Он подсчитает сейчас себестоимость 1 градуса и возьмет водку, первую попавшуюся, не подумав, что я предпочитаю мягков. А шампанское предпочитает пить только на халяву. Исключительно. Прежде надо было бы с Иваном, он на ипподроме сейчас, у него тренировка. Ну, надо так надо. Здесь тебе решать. Едем к Ивану. Федор, еще одно, самое последнее слово. Нам дату назначили, точное время? Назначили. Так вот, если хоть на 1 минуту ты опоздаешь, или что-нибудь у тебя там случится, то этого не будет никогда. Я больше судьбу искушать не желаю. Оля, все, что могло случиться, уже случилось. План перевыполнен. Осталось только дождаться дня и часа. Слово Робин Гуда. Санчик, ты где? Я здесь. Иди на звуки музыки, птичка моего сада. Не ошибешься. Твоя музыка от голых стен отскакивает. И непонятно, где она. О, если бы это была моя музыка. Вообще не дал Бог мне композиторского дара. А нет, кстати, знаешь, я один раз сочинил музыку. У меня тогда, помню, на мобильном телефоне. Такие, знаешь... Нажимаешь кнопочки, и музыка получается. Неплохой мотивчик такой вышел. Рапсодия. Ох ты, разлегся. Слушай, композитор мобильной связи, сбегай-ка в ближайший магазин и купи стол. Так прям сразу стол? Именно стол. Какой стол? Обыкновенный. Самый простой и дешевый, на 4 ножках. Не будем же мы кушать на полу. Иди, сказала. Нет, Клав. Конечно, крайне редко, но ты иногда ошибаешься. Стол покупать не надо. Надо покупать стол. Клав, ну это лишняя трата денег. А я, между прочим, не Билл Гейтс. Кто такой Билл? При чем тут Билл? Билл? Это самый богатый человек в мире. Чувствуешь логику? Мне стол нужен, а не логика. Хоть обеденный, хоть кухонный, хоть какой. Иди, сказала. А Лавра сказала, что вот-вот должны мебель привезти из какого-то крутого магазина. Там наверняка будет стол.
Мне велено встретить и проследить, чтобы поставили. Для первоначального уюта. В такой квартире уюта не создашь, Санчик. Ты думаешь? А что тут думать? Почти дверей нет совсем. Одни сплошные дыры, как в гараже. Это, Клавочка, не дыры. Это современные тенденции в домостроении. А? Открытое пространство? О-о-о-о! Не знаю, как там в тенденции, а вот я лук начну жарить. И вмиг все эти открытые пространства провоняют. Да? Да. Клава, есть решение. Какое решение? Не жарь лук. Как это не жарь лук? А так что вот владельцы вот таких вот квартир должны жареный лук в ресторанах покупать. Почем? Не приценивался. Вот. А, Санчик, я, наверное, что-то недопонимаю. Это наш Лавр, наверное, этим Биллом Гейтсом заделался, да? Тогда почему меня не предупредили? Я бы сумками не таскала. Не, Лавр не Билл. Совсем не Билл. А ведет себя как Билл. Угу. Во! Кто это? Сейчас будет тебе. И стол, и торшер. Так. Ждете мебель? Не то слово. Заносим. Давай. Туда. Вон туда. А это чего? Мебель. Что, она ломтиками, что ли, покрошена? Целая мебель. А, кусочками, значит. Если в процессе монтажа вы обнаружите дефект, в магазине есть отдел рекламации. Привезете, вам заменят без всяких экспертиз. Слышь, старичок, что-то я не понял. По-моему, это вы должны обнаружить дефект в процессе монтажа. Мы отдел доставки. Монтаж при покупке заказа не был. Монтаж — это другая бригада, другой отдел. Нет, ты тормозни. Извините, некогда. Еще три адреса. Распишитесь, пожалуйста, здесь. Что-то я вообще запутался в ваших отделах. Сказано было, привезут мебель, должны поставить ее. Мы привезли и ставим. Да вы еще коробки вот ставите. Где галочка, распишитесь. Закажите монтаж. 7% от стоимости. Или можете сами. Чего могу сам? Смонтировать. В каждой коробке на каждый предмет приложена очень наглядная инструкция в картинках. Ребенок справится. Это купи вам, это мне. Благодарим за покупку. Ну и где стол? Да хрен его знает. Написано вон. Шкаф Билли. А слово «Гейтс» там не написано? Не написано. Ну и не морочь мне голову, иди покупай стол. А то привезут мебель из очень крутого магазина. Да, круто. Действительно круто. Ну? Всю жизнь так не проваляешься между небом и водой. Почему? Хорошее положение. Чья эта тачка паслась тут поблизости? Приятель московский был. Положение хорошее. Приятель московский тоже хороший. И приятель хороший. Чего ты ко мне так подкатываешь долго, а, Паш? Тебя мама хочет видеть. Заказов много. С производством не справляемся. Нужен ты, Кирилл. Пошел бы ты со своим мамой. У меня собственное есть. Я собственный, пора подумать. Шпала мать ворочает, а он загорает. Ты меня не учи, Павел. Поздно. Я своих решений не меняю. Однажды сменил. У меня выхода тогда не было. И ты это знаешь. И мать действительно тогда надо было спасать. Потому что она в этой занюханной больнице без операции сдохла бы в 3 дня. А ты это знаешь и долбишь меня ниже пояса. Пока не долблю. Пока предлагаю. Ну и что ты мне предлагаешь? Бабки большие, Кира. Дело. Хоть подпольный центр создавай по своей синтетической дуре. Мы же ее в 3 раза дешевле импортной сдаем. Все, что нужно, доставят. Ты нужен, сечешь. Это редко бывает, когда кто-то взаправду нужен. И совсем по-другому себя чувствуешь. Потому что уверен, ты нужен. Я это на себе испытал. Я вроде как поднялся в своих глазах, Кира. Нет, Пашка. Не умеешь ты так витиевато говорить, как Мамыкин. А я в подполье жить не могу. Зато лежать кверху пузом каждый день ты можешь. У меня вдохновение и озарение, Паш, только на солнышке бывает. Когда есть подпитка из космоса. И когда я был вынужден
толкнуть ему этот рецепт от отчаяния. Я в своих глазах не поднялся, опустился. И до сих пор на дне. Смотри, не ляпни чего-нибудь от раскаяния дружкам новым. Близкие люди под рукой. Одно лишнее слово одной головой обернется. Ой, какой же ты смешной, Пашка. Ты меня либо пугай, либо уговаривай. Или одно из двух. А не все сразу. Ладно, Кира. Ладно. Там химик этот аптекарский. Совсем сдал. Спился, сука, на корню в своем бункере. Работа останавливается. Неужели у нас голодных химиков на Руси мало? Просят тебя, Кира. Я ведь просьбы Григория Матвеевича не обсуждаю. И он их повторять не любит. Добром не желаешь, иначе возьмут. Ага, уже обделался от страха. Гением хорохориться вроде положено. Но я тебя по-дружески предупреждаю. Ты не заигрывайся особо, Кира. Потому что это судьба моя.